Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребятки, сегодня будет у нас обзорчик на телефон Nokia 5820 Express Music. А рядом лежит его брат, чуть-чуть бюджетней. Это Nokia 5230. Эти телефоны приехали от Рихардса. Я вчера делал прошивку, как я говорил, 10 телефонам. Вот они попали под прошивку. Лайфтаймера у них и у этого маленькие. Значит, этот у нас красно-бордовый. Вот такой очень красивый цвет. Маркировочка 5820. Чем она отличается? Здесь у нас Express Music получше динамики. Плюс у нас, смотрите, сдвоенная вспышка. Здесь ее вообще нет. Камеры разные. Ну и... А так приблизительно внешнее состояние практически одинаково. Поэтому иногда их можно даже спутать. Смотрите. А так практически они одинаковые. Давайте включать. Этот обзор пойдет сразу после этого обзора. По комплектации, значит, вы получаете телефон и оригинальную аккумуляторную батарею, которую я покупаю в Украине. Так как телефоны приходят без них. Сюда я поставил карточку на 2 гига расширения. И поставил симку от компании Vodafone. Сейчас будем пробовать, смотреть, что умеет данный телефончик. Значит, данный телефон еще плюс у него есть свой стилус, смотрите. Хранится он в левой стороне, вот так, задней крышки. И вставляется вовнутрь. Ну что, включаем телефон и начинаем обзор. Данный телефон ходил под компанией Vodafone, что свидетельствует вот шильдик. Дисплей очень хороший, смотрится хорошо, звук чистый, вчера тестил, прикольно, мне понравилось. Значит, на правой грани у нас качеля громкости, кнопка блокировка, разблокировки телефона и кнопка фотоаппарата. Прошил специально красной прошивкой под красный телефон, потому что есть у нас еще под синий телефон. Сегодня очень такая интересная, мне нравится, со времен школы, пятница 13-я, было связано всегда типа какие-то страхи, но это самый классный день во всем году. Так, значит, число у нас 13-е, месяц 08-20-21. Если у кого-то этот день тоже счастливый, поставьте пальчик и напишите мне в комментах, чтоб я знал. Так, время 21, окей. И ждем загрузочки. Сейчас, ребята, это мой фотоаппарат, телефон пляшет, поэтому не обращаем на это внимания. Сейчас отрегулируем. После прошивки начинается вот эта вот петрушка. Здравствуйте, ваш телефон включен, давайте настроимся. Ну, как обычно, сейчас мы эти все этапы пропустим. И зайдем уже непосредственно в сам телефон. Все, вот такая вот лялька красивая, смотрите, с такой зигзизюлей бордово-красной. Ну и вот наш телефончик. Вот что я вам говорил, качеля громкости, кнопка блокировки, разблокировки. Раз, 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 раз. Поставил специально, чтобы, потому что сейчас телефон начнет резко стерять мой. Чтобы зайти в меню, нажимаем среднюю кнопку на консоли. Она механическая. Ну и погнали. Первое. Это у нас календарик. Так, на каждый день можно сделать свои какие-то заметки. Вот новая запись, изменить вид, выбрать дату. Выбираете, пишите. И телефон вам сигнализирует в определенный день. Или пикает, или квакает. Короче говоря, что вы придумаете. Далее. Следующая папка «Контакты». Здесь у нас будут скопированы контакты, которые непосредственно в телефоне. Давайте я сделаю, а то у меня руки как у ботошного. Так, непосредственно в телефоне и непосредственно в сим-карте. Все это можно разбить на группы, на каждую группу установить мелодию, фотографию. Далее, как вы видите, тач работает без всяких понтов. Не убитый, ничего. Здесь у нас находятся вызова. Непринятые, принятые, набранные по 20 телефонов каждой папке и с указанием точного времени и даты, чтобы вы знали.
Далее, здесь у нас будет показано время разговоров, сколько вы наговорили, и здесь сколько вы отправили, приняли мегабайт дат, то есть мегабайт байт передачи информации. Далее, так как телефон поддерживает Java, можно спокойно выйти. Вот интернет через браузер. Дальше, сообщения. Входящие и исходящие отчеты. Все хранится непосредственно в данной папке. По галерее, что у нас есть? Изображение и видео. Это он сейчас открывает, которые загружены непосредственно на карте памяти. Фотографии и видосики подгружает. Не знаю, сколько он тянет. Тут у меня стоит 2 гигабайта фирменная карточка. Ну, как мы видим, пожалуйста. Вот он. Начали приходить сообщения о настройках. И вот так вы прокручиваете. Можно циклически вот так. И он подгружает. Потому что фотографии были сделаны на андроиде. Потом можно раз. Открыли любую папку. Открыли любую фотку. Дальше у нас есть гравитация. Чпоньк. Он перевернулся. Датчик гравитации. Все отлично. Так, опять нажали на фотку. Назад. Вышли. Здесь будут композиции музыкальные, которые находятся на карте памяти. Сейчас он их скопирует. Да, вот видите, 10 исполнителей он нашел. Можно все это послушать. Но я слушать не буду, чтобы меня не забанили. Также есть аудиоклипы и другие медиафайлы. Дальше. У нас есть магазин Ovi, но он уже не работает. Музыка. Здесь у нас есть музыкальный плеер. У нас есть радио. Радио работает на наушниках. Без наушников мы... Видите, подсоедините гарнитуру, мы не сможем настроиться. И вот это не работает. Дальше. Есть у нас карты. Не знаю, ребята, загрузите программу, проверите, посмотрите, работают они или не работают. У меня просто нет интернета, потому что карточка с нулевым балансом. И вот показать, что он сейчас нам напишет. Это вот поприходили сообщения. Так. Сейчас. Так, поставщик услуг, что я вам и говорил, автоматичное лаштование прислали. Короче, автоматические настройки пришли на телефон, их надо только ок-ок принять, все, и будет все зашибись. Далее, по параметрам, что у нас есть. Значит, вот персональный режим, уставляем на улице, самый громкий. И теперь давайте прослушаем мелодию. Так, Nokia мелодия. Сейчас поглядим, что у нас. Открывается библиотека. И вот слушаем. Вы слышите звук басы? Это вообще бомба. А вот где на карте памяти нарисована карта памяти. Видите вот значки? Их я не буду открывать, за это могут забанить. Это музыка не для YouTube. Как мы видим, зашибись, все работает. Дальше есть у нас темы. Темы не знаю, ребят, какие, я их не проверял. Одна вот стандартная, это бордовая. Можно, кстати, загрузить с интернета, сложностей никаких. По телефону, что у нас? Установка дата, время, установка языка, языковая панель. Вот смотрите. Болгарский, английский, немецкий, маярский, румынский, русский, украинский. Все языки, которые нам надо, все в наличии. И вот здесь подключение аксессуаров, доп. Управление телефоном с помощью голоса. Короче, все приколы. Диспетчер приложений. Установка. Далее. Вызова. Вызов. Быстрый доступ. Автоответчик. Переадресация. Запрет вызовов. Связь. Это когда мы передаем данные. Смотрите, у нас есть даже Wi-Fi. Пожалуйста, все видит.
всевидящее око через несколько стен ловит, так что проблем не будет. Bluetooth, USB, короче, весь фарш. Так, дальше. Справка, как пользоваться программой, телефоном, его настройкой. И вот диспетчер файлов, смотрите. Вот показывается карта памяти, телефон, резервное копирование. Пожалуйста, все открываемо, все читабельно. Пожалуйста, вот он открыл карту памяти на 2 гига, читает ее спокойно. Есть у нас калькулятор. Далее конвертера, диктофон. Сейчас проверим. Nokia 5820 Express Music, проверка микрофона. Громко сделаем. Или качелей. Nokia 5820 Express Music, проверка микрофона. Все работает, ребят, что я вам говорил. Телефон не убит. Есть у нас игра, есть у нас камера, есть словарик. Вот такая игруха. Она, скорее всего, будет в планшетном режиме. То, что я вам говорил, видите? От компании Rovio. Та, которая делает «Злые птицы». Моя любимая игра. Когда торговал китайскими телефонами, я всегда покупателям загружал туда. Слышите, да, громкость? Короче, ребят, разберетесь с этими играми. Я не игрок. Так, далее, что у нас? Фотоаппарат. Выбираем цель. Зажимаем клавишу. Автофокусировка и фотография. Все получилось. Так, отлично. Что мы теперь сделаем? Теперь мы с вами позвоним в компанию Vodafone и помучаем их. 477 позвонить. Это не громкая связь. Так, как мы видим, все работает окей. Давайте сделаем единицы, наберу, потому что сильно быстро она оттараторила. Привет. Vodafone Україна. Окей. Чудова новина. Заміна сим-картки на нову стала швидкою та легкою. Лише дві дії. Купіть стартовий пакет відновлення та заміна сим-картки у нашому інтернет-магазині та після отримання зателефонуйте на номер 222. Деталі ми вже надіслали вам у СМС. Бережіть себе. Вирішуйте питання дистанційно. Видите, як вони заботяться обо мені? Говорять, вирішуйте. Будь ласенька. Так, сейчас вот будласенько и будем проверять. Все. Ну, обычно, что мы делаем в конце видосика всегда с вами, это мы проверяем его имей. Имей телефона 0530. Запоминайте, ребят, в конце сейчас посмотрим на материнке. Так, и давайте смотреть его лайфтаймер. 92-70-26-89, решетка. 75 часов 18 минут наговорено на данном телефоне. Ребят, я доволен. Смотрите, и камера здесь есть, и датчики здесь есть, и Wi-Fi здесь есть, и стилус здесь есть. Короче говоря, полный фарш. Так это работает, видите? Мне эта штучка очень нравится. Быстрый доступ. Вот, можно сразу к музыке заскочить. Там или фоточки посмотреть, смотрите. Если у вас такие большие пальцы, как у меня, то удобно пользоваться вот таким стилусом. Так, что, отключаемся? Давайте смотреть аккуратно, чтобы не поломать крышку. Как вот последнего видео приехали мне на 52-30 с поломанными крышками.
Ну, вот так же, наверное, неаккуратно открывали. Да, ребята, все правильно. 0,5-30 полностью все совпадает. Так что, если вам понравился данный телефончик, можете покупать по комплектации. Оригинальная аккумуляторная батарея. Так, вот она. Оригинальная аккумуляторная батарея, задняя крышка и телефон. Ставим пальчики вверх, в конце видосика посмотрите фотографии, сделанные из данного телефона. Всем пока-пока.